Новогодний утренник для детей из Краевого онкогематологического центра прошел в развлекательном комплексе «Остров сокровищ». Благотворительный фонд «Сохрани жизнь» совместно с Дальневосточным федеральным университетом и детским развлекательным комплексом «Остров сокровищ» организовали для детворы новогоднее праздничное мероприятие. Около 60 детей побывали на «Острове сокровищ». Все они – пациенты детского онкогематологического центра. В распоряжении детворы находились все аттракционы развлекательного комплекса, а также была организована праздничная программа с танцами и подарками, а главное с участием Деда Мороза и Снегурочки. Сегодня здесь около 60 детей, все они радуются, играют в аттракционы, а главное увидели настоящего Деда Мороза и Снегурочку. Нам очень понравился праздник, этот развлекательный комплекс, дети очень довольные, ну, нашим уже, конечно, постарше, как бы им Дед Мороз и Снегурочка не так важны, а вот игры вот эти вот. Они почувствовали себя как-то и раскрепощеннее, и понравилось им очень. После больничной обстановки, так как приходится очень много им лежать под капельницами, как бы это большая разрядка для них, ну, не выходят, на улицу им нельзя, и поэтому здесь, конечно, им очень интересно. Этот новогодний утренник – далеко не первая акция фонда «Сохрани жизнь». Ежегодно фонд проводит различные мероприятия для детей из Краевого онкогематологического центра, а также для ребят, оставшихся без попечения родителей.